куда-то едем на море. Опс, пронеслось. Как только включила, сразу начались. Ты же потом все трешь. Это Витина, космическая станция. Космическая станция. Наблюдение за космическими полетами. А это наше поле. Антенны стоят большие. Да, вот это раньше все были комплекс. Это сейчас опять начало работать. Но все это было уже развалено, разрушено. Сейчас все восстанавливают. Вроде начала опять работать. Это центр космической связи. Вот, что-то тут вот люди зашевелились, машины вон стоят. Раньше мы ездили, там, я 8 лет назад отсюда ехала, все было пусто, все было ветхое такое. Но тут еще был жилой поселок чуть дальше, он так разрушенный стоит же, да, никто же его не восстанавливает. Видите, да. Ну, немножко начали тоже разрушать. Видишь, был, есть и будет Россия, был, есть и будет великой космической державой. Да. Ну, видишь, в военной форме вот женщина идет. Командно-измерительный комплекс. О, видишь, какие они красивые. Я где-то сняла, что написано? Ну, оно далеко. А вот они, видишь, какую форму? Да, видишь, какая у них форма здесь. Космические эти. Космонавты. Войска. Как они называются? В Сирии как бомбят. То есть, видели уже. А, вот это вот жилые, да? Нет, вон стекла выбиты, нет. Это были жилые, да. Ну, были жилые, сейчас за время... После Советского все развалилось. Радиокосмическое. Ну вот дядька откуда ты идешь? Вот это жилой дом, вот видишь? Вот это общежитие у них, живут они. Живут. И вот жилой уже, новые окна уже. И вот видно жилое с балконами. А было все тут развалено. Тут люди живут, раньше жили работники, прям у них был городок такой. 2 года назад, когда это было украинское, тут стояли руины. Начали восстанавливать, да? Пионерский лагерь вот был прямо, это все этот комплекс один был. Вот все ругают в советское время, сколько сделали, построили, обустроили. А за это время пока ничего не было, все развалилось. Дороги тоже все разбитые. Сейчас мы ехали по очень хорошему участку, абсолютно новой дороге. Выжжено у нас грабли, солнце. Вот какие здесь красивые забор. И вон такие дома построили. Настроили таких домиков, видно, люди сдают. Сдам жилье, да, вот. А здесь другой стиль. Деревянный. Красивые. Наверное, это уже комфортное жилье. Там уже и кондиционеры, видишь, и все такое. Коттеджи сдают. Видишь, и тут же продают, уже построили. Да. Принято построить и продать. И вот прямо напротив моря. Пешком вышел и пошел. Здесь чайки жирные. Вчера они такие жирные летали, чайки. Море опять шикарное. Но уже нет такого штиля, как вчера утром. Сегодня немножко... больше волнуется. Ну, люди свиньи вот садятся, кушают, делают шашлык, не знаю, все бросили и поехали. Ну что за люди, а? Они смотрят, как в Америке хорошо, и сами под себя же срут здесь сидят, у себя в стране. Ужас.
прекрасно. А? Да, опять. Песочек тоже очень хороший такой, мягенький. Здесь вообще он очень такой мелкий. Бывает больше ракушек, бывает вообще камушки такие. А здесь мелкий песочек. О. Так руками не трогай. Ну как ко мне приползет. Папа поймал краба огромного. Переворачивай его. Вот, один я нашел вот такие клешни. Крабные. А что у него только. Он правша, да? Левша? Одна клешня только работает. О! Ужас! Его надо перевернуть. Тогда он меня сожрет, если его переверну. Он хочет курить. Миша, тут волосня. Он тебя волосатый. Сильные такие клешни. А, и на еще курить. Жора, перестань. Я тут курил. Жора, хватит. Научил дедушка. Что с тобой? Ну, сейчас он будет ползать. Сейчас телефон мой проколет, папа. Сейчас укусит тебя за телефон. Он... Эй! Дерется. Ай! Смотри, как за руку схватит. Эй, как клацает. Опять перевернулся, все. Укусить хочет. Сейчас это не делай. Ай! Папа, ты сейчас на меня его бросишь. Ну что, он тебя укусит? Конечно. Ну разве это плохо будет? Ну, а что ж хорошее? Весело будет. О, глаза. А, встал в стойку. Ля, какой. Боевой краб. Он хочет быть в армии. Ля. Я тебя убью. Ой, я вцепился. Сейчас... Если Деня еще парочку насобирает, повезем варить. Нет, если вот еще один, они будут... Вот она самая главная тарелка, мы сейчас мимо нее проедем, самая большая. Она была первая в СССР, по-моему. Здесь в Евпатории самое большое количество солнечных дней, поэтому очень мало облаков, мало помех, поэтому вот тут построили здесь, в степи. Комплекс. У нас даже там у одной девочки, одноклассницы, папа был физик, он работал. Но это в начале 90-х было, он тут работал. Что? Вот она такая огромная, мощная тарелка. Она вращается. Сейчас она вращается, интересно? Да? Можно в разных позициях? Ну, она когда работает обычно. Да. А когда в спокойном состоянии, она не работает. Вверх смотрит. Ну а сейчас она работает вообще? А вообще работает, конечно. Она никогда не замолкает. Ее в аренду сдавали такой. Вот. Построили, уже все покрасили здесь на входе. Так что будет работать. Бараны лежат. А вот, пожалуйста. Здрасте. Бодаются стоят два. Овечки. Вот чабан. Как он их считает? Крымские татары. Да, все в тени собрались. Великие татарские. Не дуры.